Сегодня по всей стране прошла всероссийская акция памяти блокадный хлеб. Это напоминание о несгибаемой силе духа тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Символические 125-граммовые пайки черного хлеба выпекли и в Удмуртии. Сейчас это просто хлеб современный, а тогда он только состоял на 50% из муки, а остальное, можно сказать, было несъедобные продукты. 10% целлюлозы, 10% жмыха, но люди были рады этому. Суточные пайки блокадного черного хлеба жители Ижевска попробовали на вкус на выставке искусства осажденного Ленинграда. В запасниках Национального музея изобразительных искусств, как оказалось, есть большая коллекция картин, написанных художниками-блокадниками. Так было проще выжить, то есть была какая-то цель в жизни. Мы были художники-плакатисты, которые просто поддерживали, да, как-то вот дух народа. А были художники, которые констатировали, которые писали то, что видят. Вот этот вот город романтический, такой мистический, но между тем прекрасный, изуродованный, искалеченный бомбами, снарядами. Эти картины, написанные в блокадном Ленинграде, олицетворение мужества и стойкости людей того времени. Это здорово, что могут посмотреть дети, что дети могут увидеть искусство блокадного Ленинграда и что они могут хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому времени, потому что мы, внуки воюющих, уже не можем им передать то настроение и ту жизнь. 76-ю годовщину прорыва блокады в Ижевске отметили люди самого разного возраста, и ветераны, и молодежь. Им напомнили сегодня страшные цифры. За 872 дня блокады Ленинграда в осажденном городе умерло 1,5 миллиона жителей. Для каждого из нас это своя личная драма и история. Меня, наверное, как мать, самое страшное задевают истории, связанные с детьми. Самый главный вопрос, который после всех прочитанных дневников и историй я задаю себе – как матери пережили это? Многие пережившие смерть детей. Для меня это, пожалуй, самые страшные истории. День Победы – это тот день, когда я всегда плачу. Я плачу, когда слушаю, когда иду на параде Победы в Бессмертном полку. Завершился этот грустный праздник большим концертом. Военные песни до позднего вечера пели ижевские школьники. Дмитрий Вороновнин, Андрей Бусыгин. Новости.